Российские зоопарки принимают елки и сосны, оставшиеся после празднования Нового года. Деревья используют для украшения вольеров, звери с ними играют и точат когти. Некоторые не прочь перекусить хвойной вкусняшкой, например, азиатские слоны и сычуанские токины. Хвоя содержит много биологических компонентов – витамин С, каротин и полезные аминокислоты, поэтому ели и сосны становятся полезным десертом для животных. Зоопарки принимают сочные деревья, стоявшие на улице, например, остатки с елочных базаров. Домашние подсохшие елки с остатками мишуры придется утилизировать самостоятельно.